Отойдем. Прыжки. Сборная Российской Федерации номер один, скажем так. Здесь мы уже с вами до эфира обсудили, да, что дело не в уровне. Дело в количестве. Просто много спортсменов из Российской Федерации, поэтому они разбиты на две команды. Да, это две равнозначные команды по уровню. Вот. Я скажу, что опорный прыжок. Спортсменки должны выполнить два прыжка, если они претендуют для попадания в финальные соревнования. Два прыжка из различных структурных групп. Поэтому спортсменка может выполнить и один прыжок. И тогда она уже не претендует на попадание. Вот. Ну, это уже по установке тренера. Если это является одним из ведущих видов, то, конечно, спортсменка будет прыгать два прыжка. Если это ее сильная сторона. Да, то... да, да, да. Вот тут сейчас мы видим прыжок Юрченко с поворотом на 360 градусов. Ну,